Сергей Викторович, рад вас видеть. Надеюсь, очень плодотворным ваш визит, как всегда. Ну, наш визит мы уже сегодня с Иваном Игоревичем обсудили многие вопросы и пришли к выводу, который в очередной раз доказывает свою справедливость, что отношения наши делаются практически всеми министерствами России и Азербайджана. Контакты регулярные, и это говорит о том, что они насыщены. Вот то самое стратегическое партнерство – это не пустой звук, а это суть наших отношений, к чему мы очень рады и хотим его углублять. Совершенно верно. Мы также рассматриваем наше развитие наших связей. На самом деле они носят стратегический характер.